Это мне в ВУЗе всегда говорили, будешь работать, станешь минимум помощником Германа Грефа. По экономической должности, такой окей, пришел на первый рабочий день, стал помощником банкомата. Когда стоишь рядом с этой коробкой и говоришь то, что и так без тебя видно. Вам внести деньги? Он такой, да. Ты такой, нажмите клавишу, внести деньги. Это моя работа. Очень странно работать с банкоматами, которые еще умеют разговаривать. То, что просто я говорю, вставьте деньги, банкомат. Вставьте деньги. Я говорю, видите код, банкомат? Видите код. Я, кстати, спрашивал, зачем я нужен, мне сказали, для того, чтобы бабушки не боялись пользоваться банкоматами. Но я думаю, вы сделаете банкоматы, чтобы сами, бабушки сами захотели подходить. Что было три большие клавиши: снять, внести, долго смотреть. И бабушка такая, выбор очевиден.